А вот то, что у нас отечественный шоу-бизнес очень вовлечен в предвыборные кампании, что всегда вот там, ну тот же Разин рассказывал, как он... Я сам со Стасом уже... Наминым, когда ты делал тур «Голосуй или проиграешь». Да? Да. Это просто это только деньги. Деньги. То есть человек... Это деньги. Да, это деньги. То есть даже в голову артисты не берут, за кого нет. Они агитируют. Я скажу, был случай. Со Стасом Наминым, поскольку мы тогда сделали большую кампанию, молодые ребята... Rise Music, вот. И Стас Ламин позвонил мне, мы с ним были хорошо знакомы, вместе там даже пытались сделать что-то. Позвонил Женя, говорит, приезжай, у меня есть проект интересный. И мы собрали, значит, у нас было такое мероприятие, в каждом городе в один день был рок-концерт, где были все, начиная там от «Бригады», заканчивая группой «Цветы». Были Гурченко, Абдулов, там, группа «Калибри», которые работали в театре, и был Соловьев, который ушли 3 сеанса в кинотеатре. И мы прилетаем в первый город, значит, самолет, вечером вылетаем из Москвы, прилетаем утро раннее. Понятно, что весь самолет, задняя часть, где летели рокеры, они все были, то есть они выпили прилично. И вот мы выходим, спускаемся, у нас первый город Томск, и со всей Сибири, поскольку все города потом мы должны были облететь, со всей Сибири приехали все телекомпании. И вот они расхватали, значит, всех звезд, каждой камеры. И одна из телекомпаний выхватывает Гарика Сухачева и говорит: как вы, вот Гарик, вот какая у вас должна быть гражданская ответственность, позиция, вот вы в тур, в Сибирь. За Бориса Николаевича, он говорит, за какого нахрен Бориса Николаевича? Я за Горбачева. Это смешно. Это не баян, нет? Нет, это было при мне, я стоял рядом. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».